МИД. Варшава не пытается выбирать героев для Киева. Правительство Польши никогда не согласится на то, чтобы у поляков отобрали право на захоронение их близких. Также Польша не может согласиться на комиссию, которая будет касаться только закона об Институте национальной памяти. В МИД Польши называют неоправданными обвинения в том, что Варшава пытается выбирать героев для Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цехацкий, сообщает издание «Вполитайс». Мысль о том, что Варшава хочет выбирать Украине героев или влиять на содержание украинских учебников по истории, является совершенно неоправданной, заявил он. Однако, по словам Цехацкого, правительство Польши никогда не согласится на то, чтобы у поляков отобрали право на захоронение их близких. Цехацкий, который возглавляет межправительственную группу по историческо-правовому диалогу с Израилем, в ответ на вопрос, почему не была создана аналогичная группа по Украине, ответил, что польское предложение создать политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, относительно которых обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск останков, эксгумации, празднование или возвращение культурных благ, не вызвало заинтересованность Киева. По его словам, Польша не может согласиться на комиссию, которая будет касаться только закона об Институте национальной памяти. Тем более, что когда в 2015 году в Украине был принят пакет исторических законов, никто не предложил нам ни одной двусторонней комиссии, хотя за эти два года Варшава неоднократно за помощью политических каналов обращала внимание на эти законы, просила учесть наше предостережение, отметил Цехацкий. По его словам, президент Польши Анджей Дуда, отправив исторический закон на оценку Конституционного суда, и так сделал то, на что не смог пойти украинский коллега Петр Порошенко. Отметим, Дуда надеется, что в вопросе эксгумации останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины будут приняты конкретные шаги. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.